По словам Вениамина Кондратьева, возрожденная традиция стала реальной силой. И уже сегодня планируют, что под охрану казаки возьмут российские министерства и государственные объекты. Этот законопроект уже подготовлен по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина. По мнению губернатора Кубани, это разумный шаг. Казаки доказали, что способны стоять на защите правопорядка, и если решение будет принято, справятся с поставленной задачей.